Аплодируют. Сначала сказали, у Путина заберем деньги. Как только, никто не знает, кроме Олега. Теперь сказали, теперь говорят о том, тобой что точно на не заберем, уровень Алексей. Рабочих тобой нет. Тобой не таки но только не по мою касается. Олег. Тяжело объявить себя лидером самой популярной партии. У нас, ну, тяжело быть скромным, когда ты лучше, я понимаю. Но, видимо, быть настолько популярным тяжело, потому что в перерыве единственный человек, который здесь с охранником. Охранник постоянно ходит. От кого он вас здесь защищает, Олег? Ведь таких придурков, как ты. Надо вести себя как нормальный человек. Олексій, а если все, что можно, Олексій, это хамить, ты матимешь моральное право. Идем, выйдем. Борислав, вибач, одну секунду. Пане Гончаренко, ти маєш право мені дорікати, якби в тебе не було однієї обставини. Да, на європейську ти був членом партії регіонів. Да. Ти будував диктатуру Януковича. Да, тому ти мовчи і кайся, бо ти винен у війні в Україні, ти винен у тому, що миру немає, продав країну. Куди ти хоч зі мною вийти? Виведи його, виведи цього придурка. Виведи звідти. Гляньте на цього хлопця. А зачем ми так звертаємо партію? Я показати. Я хочу всем напомнить, что мы до этой перепалки говорили, вы как сказали, советский министр внутренних дел, говорили о нашем курсе и вам, Олег, и вам, Алексей, хочу напомнить, что мы только что говорили о пути в Европу. Научитесь сначала вести европейский диалог. У нас продолжается на самом деле. Ситуация, когда мы в состоянии войны с Россией. Честно говоря, вот этот фарс с драками, вот этими вызовами и так далее, Иди на фронт! Если у нас я буду каждый тиждень здесь. Секундочку! Подивіться на этого партнера! Я лично отсюда уйду, понимаете? Правильно. Я не хочу слушать этот фарс, эти вызовы. Идемте разберемся. Правильно. Хочешь разбираться? Я слышу этот фарс. Женщина! Женщины, которые вас слушают.